Оцелот. Небольшая хищная кошка с большими глазами, похожая на ягуара, только уменьшенная его копия. Относится к семейству кошачьих. Вырастает до 100 сантиметров. Весит до 18 килограмм. Охотится в основном ночью. Днем спит в удобном и укромном месте. Потребляет оцелот мелких грызунов, ящериц, игуан, птиц и небольших млекопитающих. Обитает в Южной, Северной и даже Центральной Америке. Влажный климат стал местом жительства для очень многих земноводных рептилий. И они не остаются без внимания оцелота. Он любит на них охотиться. Рептилии небольшие являются довольно-таки прыткими. Они очень хорошо маскируются, но от маленькой хищной кошки они не уйдут. У нее очень сильное обоняние, и никакой камуфляж и маскировка не спасут их от больших глаз и шикарного обоняния. Стремительная атака и добыча в зубах у оцелота. Он удобно берет в зубы добычу и уносит в укромное место для поедания. Оцелот не упустит момент полакомиться и змеей. Он ловит их на мелководье. Не боится замочить шкурку. Но змеи бывают и покрупнее, и поопасней. Другое дело, если на пути стал удав, большой и опасный. Он не зря получил свое название. Даже простое любопытство может закончиться плохо для молодого оцелота. Но это может стать ему хорошим уроком на будущее. Его спасает мгновенная реакция на выпад удава. Куда больше интерес для оцелота представляет броненосец. Но не так-то просто, прокусить его броню очень проблематично. Поэтому кошка проходит мимо. Но она любит промышлять и рыбалкой, особенно когда очень голодна. И другой добычи пока не светит. Очень ловко ловит рыбу, но рыба очень скользкая, удержать ее тяжело, поэтому надо покрепче сжать зубы и вытащить на берег.